Сотрудниками управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате проведенной операции задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся кражами автомобилей и другого имущества в целях последующей перепродажи. Четверо злоумышленников, все жители Южно-Сахалинска, были задержаны в одном из гаражных массивов областного центра, куда они пригнали угнанный несколькими часами ранее автомобиль. В так называемом «отстойнике», где и была проведена с участием сотрудников СОБР операция по задержанию, оперативники обнаружили вещественные доказательства, различные запчасти от автомобилей, инструменты и угнанную иномарку стоимостью 290 тысяч рублей. Что вы сделаете вообще в этом гараже? Я не слышу ответа. Стой, не знаю, что делали? Что делали? Ничего не делали. 6 утра в субботу, что и сделали? Только вот заехали. Зачем? Машину пригнали. Угнаны? Да. Схема совершения преступления была таковой. Злоумышленники угоняли автомобиль и ставили его в одном из гаражных массивов областного центра. Затем уничтожали идентификационные номера агрегатов, вваривали на их место планку с номерами других автомобилей и далее перепродавали угнанные машины. На данный момент установлена причастность задержанных к совершению 5 таких преступлений. Сумма причиненного ущерба составляет более 1 миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Несколько похищенных автомобилей уже возвращены законным владельцам. Подозреваемые находятся под стражей. Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.